следы давнишние, а не глубже. Солдаты в доспехах, наверное, нильфгаардцы. До грифона, точнее то, что от него осталось. Тело пролежало несколько недель. Он был еще жив, когда грифон его сюда принес. И долго умирал. Кости. Коровьи, собачьи, человеческие. Останки за несколько месяцев. Самка. Личинки в ранах уже вылупились. Значит, она мертва по крайней мере неделю. Выходит, второй грифон – самец. Глубокие колотые раны по всему телу. А на когтях и клюве ни следа крови. Она не защищалась. Должно быть, ее застали врасплох, пока она спала. Края клюва стерты, в подшерстке седые волосы. Ей было лет 10-12. Грифоны находят пару в молодость, значит, самец примерно того же возраста. Жесткая кость, густое оперение, королевский грифон. Это объясняет, почему самец, которого я встретил, был так агрессивен. Сперва он напал на нильфгаардцев здесь, в лесу, а потом начал рыскать по всей округе.
Пошла! Это место силы. Отсюда изливается магия. Пошла! Вперед, плотва! Давай, плотва! Ah!
Вперед, плотва! Наоборот. Передай-ка мне двоегрот. Это такой красный цветок. Ну-ну. Вижу, что говорю со знатоком. Это сильно сказано. Но кое-что я в травах понимаю. Например, что двоегрот ядовит. В больших дозах. В маленьких он притупляет боль и вызывает приятные сны. Это все, что я могу для нее сделать. Здесь в округе растет крушина. Угу. На дне реки, где русло шире всего. Но ты же знаешь, что если ее вынуть из воды... Будет вонять хуже падали, я на это и рассчитываю. Я охочусь на грифона. Крушина мне нужна для приманки. Я вот думаю. Пару лет назад под мостом завелись утопцы. Всей деревне пришлось сбрасываться, чтобы хватило на ведьмака. Так у кого же здесь хватило денег, чтобы заплатить за грифона? У капитана Петера Сара... как-то там еще. А, приятно знать, что черные от всего сердца заботятся о нашем благе. Не думаю, чтобы ваши дела волновали императора Имгыра. А капитана, пожалуй, что волнуют. Он порядочный малый. В войске нет порядочных людей. Есть только приказы. Ты же не здешняя, так? Много в тебе горя. Слишком много для того, кто провел всю жизнь в хате на краю света. Верно. А ты куда-то спешишь. Иначе не делал бы приманки, а подождал бы, пока грифон снова ударит. Чувствую, у нас бы вышел интересный разговор. Может, в следующий раз? Да? Это грифон ее подрал? Лину? Да. Напал, когда нашла ночью через лес. Ночью через лес? В военное время? На свидание бежала. Молодые известны из-за любви на любую глупость готовы. Раны затягиваются, но она все равно умрет. Кровь у нее под черепом собирается. С этим мои эликсиры ничего не сделают. Я мог бы попробовать ей помочь. Ласточка лечит внутренние кровотечения. Но? Ведьмачьи эликсиры не годятся для людей. Она все равно умрет. Да, тихой смертью под действием твоих сонных трав. А если я дам ей ласточку, и что-то пойдет не так... Вся деревня будет слышать ее вой. Понимаю. Делай, как знаешь. Будь здорова.
сделал все, что мог. Пора возвращаться к Весемиру. Лес это? Боя не с клинком. Хороший он мужик, сударь. Только не... Да-да. А этот боин не решит вдруг на урожай свой посмотреть? Да с чего бы? До жатвы еще далеко. И ветер. Что такое? У меня две новости, хорошая и плохая. Хорошая в том, что капитан Нильфгаардского лагеря знает, где искать Йеннефер. А плохая, мы должны убить для него Грифона. Чего еще он мог попросить взамен у двоих ведьмаков? Ну рассказывай, что ты узнал. Грифон бросил логово, так что придется делать приманку. Ну как успехи? Я кое-что разузнал. Это самец. У него было гнездо в лисьем бору. Нильфгаардцы сожгли гнездо, убили самку, разбили яйца. И решили, что дело сделано. Вечно одно и то же. Нет, чтоб сразу послать за профессионалом. Все делают по-своему, а выходит только хуже. Трушину я нашел. В самый раз. Пахнет сильно. Скорее уж смердит. Смотри, какой нежный нашелся. Гнилое мясо, гной, мочевина. Обычные запахи деревни. Помнишь, как мы в Тритогоре на помойке охотились на Ригера? Ты потом полдня в бане отскребался. Забудешь тут. Мы как встретимся, ты это всякий раз вспоминаешь. Ну хорошо, все готово. Дай только знать и примемся за работу. Больше ждать смысла нет. Пойдем посмотрим, где можно поставить ловушку. Я уже присмотрел одно место. По ту сторону речки есть такие поля и рощица. Места много, и мешаться никто не будет. Значит, там и увидимся.